Alle da? Ja, ja. Der Jura? Alle zu uns bitte, einmal. Also, wir haben die Ergebnisse. Wir fangen wie immer von hinten nach vorne an. Holt mir einer bitte einen Stuhl und eine Brille, ich bin alt, merke ich gerade. Also, mit Platz Nummer 8, Bro Marcel. Platz Nummer 7, Ruben ist Linhartz. Herzlichen Glückwunsch. Platz Nummer 6 aus eigenen Reihen des Lilux-Clubs, André Schäfer. Mit Platz 5, Strongest Eriks. Молодец, молодец. Mit Platz 4 unser Kleinster. Wo ist er denn? Julien? Абсолютные машины. Die absolute Maschine. Mit Nummer 3. Auch aus den Reihen des Lilix Clubs. Beiß Alexander. Молодец. Wir wollen mal heute nicht vom Glück sprechen, vor allem nicht von Anfängerglück, aber herzlichen Glückwunsch mit Platz 2, Peter Reutke. Ich leider. Tim. Und ich würde mal sagen, Tim kommt nach vorne. Tim Pfeffer. Hey. Теперь по парам говорю. Глюквенш. Номер 1, Тим Кеплер. Тритт gegen die Nummer 8, Рома Селлан. Номер 2, Петер Рольке. Gegen die Nummer 7, Рубенс Линерс. Сейчас скажем все. И номер 3. Бас Александр gegen Андрей Шефа. Платц 4. Джулия Нойман gegen Платц 5. Стронгес Эрик. Юнгс, let's get ready to rumble. Шенкто и Микс. Виспас. 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лёс! Началось, друзья, самое интересное. А кто там здесь? Так, можно хотя бы блесна зацепил? Да, 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 отпускай. Сейчас ребята играют на вылет. Это очень важно. Четыре проигравших уйдут, а четверка будет потом бороться за первое, второе и за третье, четвертое. Александр Байс рыбу взял. Андрей. Приманочка улетела, но рыба в подсаке. Убивай. Убить и убрать под сак. Ой, садовую, как пакет.
Шаде. Одновременно спортсмены в паре заводят рыбу в подсак. Обоих блесна. Половина розовая. Так, Александр. Есть, отпускай, есть. Сразу тоже рубило между нами двумя одноклубниками, Андреем Шефером и Александром Басем. Обидно, что так попали друг против друга. А что делать? Давай. Андрей ловит на наши маленькие пули. Сход, обидный сход. Александр продолжает ловить. Поправь приманку, Андрей, у тебя слетело, все, запутаешься. Ай-яй-яй, меняй. У вас одновременно. У Андрюхи приманка сорвалась, у тебя крючок поломался. Так, Эрикс. Эрикс у нас победитель самой первой гатлы. Зачет, молодец. Так. Чё, бывает сход. Да. Что-то у ребят у обоих одни сходы идут. Да, нервы, нервы. Есть, молодец, Эрик. Эрик Стронгенс. Участник первого турнира Атлас. Наш. Не, он победитель был гатлы, а он принимал участие на Атласе. Первый, который не Атлас проводился, да, в Латвии. Эрик был в составе команды. Джулион, наш чемпион, тащит. Есть. Практически одновременно спортсмены заводят рыбу. Джулион уже отпустил. Андрей, красавчик, пускай. Так быстро ловит, я не успеваю даже снимать. Джулиан опять поймал. Вот Эрик потерял много времени за это время. Джулиан успел две рыбы поймать. А чего не хватает у нас опыта по ловле по принципу поймал, отпусти. Это сказывается. Линер там достает, отцепляет рыбу. Рыбы много, рыба бойкая, водоем вообще отлично, уже несколько лет проводим здесь и очень довольны этим водоемом. Вода в жару здесь никогда не бывает теплой, потому что ключи бьют. И зимой мороз не замерзает из-за этих же ключей. Рыба здесь всегда активная. И новый хозяин сделал нам такую нарезку. Мы просили, то есть там 300-350 грамм рыбки, то есть то, что надо. Тут, конечно, есть как бы лакс форели, крупная рыба, но это то, что осталось от предыдущих запусков. Опять одновременно Эрик взяли рыбу, Эрик уже отпустил, и Джулиан поймали рыбу одновременно. Есть поимка.
Александр Байс проводит вываживание. Он даже не успел перевести камеру, Зулин уже поймал и отпустил. Красавчик. И опять тащит. Да, Зулин, не зря у нас его зовут машины. Чемпион нашей троутария, наших троутариев Трефон за прошлый год. Зачет, молодец. Андрей Шефер взял. Это приманочки маленькие, слетают, одевать приходится каждый раз новую приманку. Андрей вот на этих приманках сегодня прошел финал и пока достойно сражается. А, Джулиан опять промахнулся, он со второго раза завел подсак. Рыбы в водоеме очень много. Запустили сюда более 250 килограмм рыбы на такой небольшой водоем. Но рыба вся наколотая. Поэтому спортсменам нужно приложить... Так, тихо, ребята. Спортсменам нужно приложить усилия, чтобы... Женя! Спортсменам нужно приложить усилия, чтобы ее соблазнить. Ленард выводит. Ленард меня сегодня разгромил 3-1. Ох, бывает. Ну бывает, ничего не сделаешь, да. Спокойно, главное не нервничать, время есть. Рыбы много. Так. Пластвексель. Сейчас спортсмены поменяются. Спокойно, спокойно, Руя. Да-да. Пока не вытащит, не за самое. Есть. Здесь он прошло, спортсмены меняются местами. Записывайте. Да, Ванька, не забывайте. Если записать, не записал. Смотри, судья. Уж наказан. Увлекся, да. Сам бы бросил, да? Сам бы кидал, ловил, да? Так, ну а теперь на рыбу встал Эрикс, и там у него теперь повеселее пошло. Александр Байс тоже проводит вываживание. Красавчик Петри. Андрей, Андрей, все, отпускай. Ребята, не забывайте записывать рыбу. Андрей, досадный сход. Следите за крючками, господа. Джулиан. Причем вот что интересно, Эрикс и Джулиан, они ловят, вот крайняя пара ловят на блесна, все остальные ловят на силикон. Спокойно, не нервничать. Спокойно.
обрыв, тормоза перетянул. Что делать? Другую палку бери, ничего не сделаешь. Ну, у тебя еще две есть. Ну и что, меняй, так быстрее, чем перевязаться, ты даешь. Поклевка была интересная, да? Ага. И в сторону. И в сторону схватила и сразу взяла, да. Да. И одновременно Александр Бай взял. В этой половине водоем больше скопилось рыбы, там если поменьше поклевок у ребят. Значит, поймали тоже, да? Не, вот только была. Да? Я просто прозевал. Я смотрю, здесь чаще вытаскивают. Так, Джулион. Опа, есть. Красавчик. Так, есть, да, в правом углу тоже есть поимки. Быстро, молодец, отлично ловит. Саша, если бы ты под саком дел, ты бы ее взял бы. Ты зря это самое, надо было под саком брать. Поймал на лесу, засчитали. Да, насчитай. Так сколько раз я сегодня такое в людей видел? Ловили я именно, да-да. Кстати, у Андрюхи на той стороне так было. Ну, поэтому тут зевать нельзя. Есть. Производит вываживание. Бойкая попалась рыба, но у него запас как бы большой, можно особо не торопиться. Саша разошелся, причем под ногами прям взял, красавчик. Есть, и Джулиан тоже рыбу взял. Сход, досадный сход у Эрикса. Красавчик. У Эрикса теперь сход у подсака. Не пруха. Марсель гротом производит вываживание. Взял рыбу. Тим взял рыбу. Одновременно сразу три спортсмена уваживают рыбу. Джулиан уже успел ее отпустить. Скорость у него, конечно, наработана капитальная. Пока Саша с Эриксом освобождают рыбу от подсака, он уже отпустил и забросил.
Вот исход опять у Эрикса. Так, Лидерс. Отпустил, ты не мешаешь, что я спокойно. Ну, главное дело считать, я обойду вас. Тихо выводит. Петри, Тим.